Как я уже говорил ранее, помимо денежных вознаграждений, у нас еще есть ценные подарки для активных партнеров. И эти подарки получили уже сотни людей, в скором времени тысячи и десятки тысяч людей. И, конечно же, у нас есть видеодоказательства, потому что каждый партнер после того, как получает ценный подарок, записывает для нас видеоотзыв. Это настоящий видеоотзыв настоящих людей, не купленный в интернете. Я считаю, что сила в простоте и сила в правде. Поэтому со всеми видеоотзывами и проверить всю информацию вы сможете чуть позже. В конце я вам дам ссылки на наши ресурсы, на наш YouTube-канал, на плейлист. В общем, сами сможете убедиться, какие подарки мы предоставляем. Начиная от Яндекс-станции, AirPods, iPad, iPhone 12, Apple Watch, MacBook, путешествия на двоих, но еще и очень ценные подарки, такие как автомобиль, сертификат на строительство загородного дома и даже квартира в Москве и Санкт-Петербурге, друзья мои, для самых активных партнеров. Посмотри короткий видеоролик с вручением подарков и двигаемся дальше. Поехали! Ну что, мне в Telegram от проекта «Живую очередь» пришла смс о том, что мне пора прийти получить свою посылку. Я вот сейчас пришел на зону, буду получать свою посылку. Мне пришли в подарок AirPods наушники, и в следующем видео я сделаю распаковочку. Сегодня я получил подарок от проекта «Живая очередь». Курьер мне сейчас доставил подарок от нашего комьюнити, от создателей, соучредителей «Просто гейм», маркетинг «Живая очередь». Я получила денежную премию и еще плюс бонусом по маркетингу я забираю AirPods. Вот она, это Яндекс-станция, сейчас также я ее вскрою. Так, ну вот я распаковал посылку от Озона, это Яндекс-станция. Да, мне нужно ее, собственно, распаковать. Вот, ребятушки, муж пришел с работы, распаковывает. Абсолютно каждый получает. Просто за такие подарки иногда хочется говорить благодарю, 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 потому что такие радости доставляют иногда те люди, которые даже нас не знают, но понимают, что если подарить кому-то радость, хотя бы одному человечку, мир станет добрее. Благодарю тебя, компания «Просто гейм» и проект «Живая очередь».